Товарищ командир. Что? Кони устали. А ты думаешь, я не вижу? Надо делать привал. Нельзя. Ты же знаешь. Нам надо быть в Кяхте. Нас там ждут. Белые могут выступить со дня на день. Мы загоним лошадей. Мы не дойдем до границы. А сколько осталось до Кяхты? Рысью 5 дней. Короче, дороги нет? Короче, дороги нет. Все-то ты знаешь. И лошадей загоним, и дороги, короче, нет. Я родился в этих местах, Алексей. И трава здесь хорошая. Строились, как у себя дома. Костры зажгли. Зандя, дай сумму. Я сказал, заткнись. Наконец-то они сделали привал. Ты хоть бы Богу бросил кусочек. Место ведь святое. Прости, мой Бог, дурака. Прости, мой Бог, дурака. Ты посмотри, сколько лошадей. Завтра они будут в наших загонах. Бог не простит тебя, дурака. Если ты здесь думаешь угонять табун. Ты что? Сыпыл, здесь угонять нельзя. Кругом пропасти и деревья. Скорово! Праздник! А мы скитаемся, черт знает где. А если не сделают больше привала? Ты что, Торба? Хочешь упустить даровой табун? Ты лучше скажи. Боишься, что они будут стрелять? Да, и этого боюсь. А ты не боишься, что я буду тоже стрелять. Разве можно стрелять на Святой горе? Можно. Торба, спустись к ним. Посмотри, какая охрана у табуна. Кормишь духа Святой горы? Кормлю. На всякий случай. 3 года вместе в тюрьме сидели. Беляков в Чите били, а вернулся в родные края и кормишь духов. За 30 лет привык. Ешь, Алексей. Я за тебя и за себя накормил духов. А ты, однако, хвостун. Абдай, говорил, все знаешь. Оказывается, дорога-то на Кяхту ближе есть. А кто сказал? Бурят один. Тоже здешний, говорит. И тоже гору мясом кормил. Говорит, неправильно привал сделали. Надо было внизу, там трава гуще и выше. Советовал табун спустить. Что-то он в одну сторону смотрит. Косой, что ли? А шрам у него нет? Ты, однако, все знаешь. Это конограды. Скорей! Табуна скачешь, впереди пропасть, Зандя! Где Торба? Где? Кто-то обходит табун, там он впереди! Вот подстрелили одного. Кажется, жив еще. Торба! Торба! Абдай. Ты жив. Там же. Ты же знал, что загубишь коней. Это дурак Сыпыл. Абдай, кто охранял табун? Они ничего не могли сделать, Алексей. Большие мастера угоняли табун. Я узнал убитого. Этот человек из моего улуса. Абдай, надо послать наших людей по всем улусам и собирать любое тягло. Коней, валов. Месяц будем собирать. От одного до другого улуса не меньше 100 километров. Я эти края знаю, как свой двор. Недалеко отсюда есть улус богача Гамзы. Я работал на него 15 лет. Весь улус работает на него. Там живут проклятые люди. Они конокрады, воруют для Гамзы лошадей, а он перегоняет их за границу. Если теперь он хотел угнать наших коней, то у него еще не полный табун. Я уведу его лошадей. Тогда возьми с собой 10 человек. 10 ничего не сделает. А на 50 у нас нет коней. Тебе будет трудно одному. Тебя могут убить. Вы должны двигаться этой дорогой. За 3 дня вы дойдете до Белого озера. Я буду там вас ждать. Будь осторожен, Абдай. А я сказал тебе, заткнись. Зачем ты решил угонять этот табун? Торба был конокрадом. А ты как был пастухом, так пастухом и останешься. Это ты и загубил табун. Чё? 300 лошадей. Где мы их найдем теперь? Мы все обобрали вокруг. Чё? Хозяин убьет нас. Надо напоить лошадь. Хозяин убьет нас. Слезай. Если ты ищешь лошадей, то у нас их нет. Я не ищу лошадей. Я знаю, что у вас их нет. Мне нужен шелковый праздничный халат. Ну, подумай. Ты придешь, другой придет. Разве напасешься халатов на каждого путника? Ты меня не узнаешь? Мы живем у самой дороги. Зашел, погрелся и ушел. Разве каждого запомнишь? Ты хорошо посмотри. Чултум. Ты? Абдай? Да. Ну, а зачем тебе праздничный халат? Жениться еду. Ты все-таки вернулся. А кто же невеста? Невеста? Медыгма. И не боишься ехать к Гамзе? Боюсь. Твой Торба загубил всех коней. Я говорил, нельзя, пропасти кругом. Все 300 лошадей ушли с обрыва. Гамза, он меня не послушался. Загубил всех коней. И Зандя. Гамза, что я мог сделать? Он у тебя тоже был первый, ведь так? Я ему говорил. Вот она. О, святые духи! До сих пор я жил вашими дарами, благословениями. У меня не было ни дня покоя в этом мире. Я живу вами, думаю о вас. У меня печали и горя всегда было больше, чем надежды. И я сейчас пришел просить у вас земного покоя. Моя просьба. Всего-навсего ничтожный суслик, шкура которого даже не годится на шапку. Но я залеплю ею рану. Ты все ждешь его. 5 лет прошло. А ты все еще надеешься. Если бы он любил тебя, давно бы приехал за тобой. Послушай, Медыгма, он не вернется, забудь его. Слышите? Абдай! Абдай вернулся, люди! Абдай вернулся! Вернулся домой! Что, пьяный? Я сам его видел своими собственными глазами! Вот в таком красивом халате! Люди! Абдай! Абдай вернулся, люди! Зачем ты вернулся? Я приехал жениться. Пять лет назад ты предал меня. Увел лучших моих лошадей. А теперь посмел вернуться? Что было, то было. Не сердись, Гамза. Теперь я торгую китайским фарфором. Имея свой дом, свою лавку. Я смотрю, ты явился не с пустыми руками. У тебя хорошие лошади. Ты хочешь, кажется, чтоб я их тебе продал? За время моего отсутствия у тебя многое пришло в упадок. Ты что ломаешься? Что вы смотрите на этого наёна? Он, сидя в своей лавке, забыл свист кнута. А он смеется над нами, собака! Разговаривает, как бог дал! Эй, вы! Отвязывайте лошадей! Эй, да! Жениться приехал. Смотри, не опоздал ли? Еще узнаешь, как у Гамзы угонять лошадей! Собака! Забыл своего бога! Душу у тебя вырви! Ишь ты наел! Убьюсь, собака! Бей его! Ждала тебя, ждала, а ты все не возвращался. Я тебя никуда не отпущу, слышишь? Никуда. Не плачь, Медыгма. Я вернулся. Все идет хорошо. Все идет как надо. Давно вы не были в нашем улусе, святой отец. Бог милостив. Он не обходит нас своей добротой. Как ваши овцы, коровы? Скот и жена здоровы. Скажи, чтоб все вышли. Выйдите. И ты тоже. Ты загубил табун, который сам шел в твои руки. У них было 300 штыков, Гулван и Йон. Они убили моих лучших батраков. Бог не обидел тебя умом, Гамза. И ты должен понять, что сейчас это нужно не только для твоего кошелька. Красные идут в Кяхту. Они хотят уничтожить таких людей, как я и ты. Людей божественного происхождения. В Майматчине собираются люди, военные люди. Они ударят на Кяхту с той стороны границы. Им нужны кони. Теперь понимаешь, почему я спешу? У меня нет 1000. А гнать 600 голов мне выгоды нет. Риск слишком большой. Те, у кого загубил ты коней, идут на Кяхту. Они убьют и тебя, и всех твоих людей. Сколько ты прибавишь мне за каждого коня? Будем считать, что ты гонишь табун 1000 голов. Как же ты не побоялся Гамзы? Он был бы рад убить меня. Но не делает этого только из-за Медыгмы. Я служил ему всю жизнь. А вот видишь, как я живу. Даже приданого за дочкой нет. Ничего не дал мне Гамза. Ничего, отец. Приданое мы возьмем сами. Трудное дело ты задумал, Абдай. Балбарахай, мне нужен человек. Я дам тебе хороших помощников. Надо переправить табун через хребет. Нет, Гамза Найон, я уже не могу. Ты знаешь дорогу, я доверяю только тебе. Я стар, там горы. Я теперь даже не могу держаться в седле. Знаю. Не можешь забыть свою обиду. Ну, хорошо. Я дам тебе лошадей. Только исполни последнюю мою просьбу. Я прошу тебя. Если бы я мог помочь тебе, я бы сделал. Неужели ты мне не веришь? Нет. У тебя же есть Сыпыл. Сыпыл уже погубил один табун. Торопится очень. Могут быстро увести табун. Нужно спустить табун с маран хребта вниз на равнину. Да. Оттуда угонять нельзя. И сильную охрану держит там Гамза. Всех мужчин у Луса погнал. А кто возит продукты? Жанды, но он приедет через 2-3 дня. Жанды. Жанды надежный человек, но 2-3 дня слишком долгий срок. Хорошо. Я договорюсь с ним, чтобы он спустил коней к водопою, и мы их перехватим там. Другого выхода нет. А кто еще знает дорогу границы? Знали дорогу 4 человека. Торба и Зандя убиты. Я отказался. Остается Сыпыл. А теперь есть 5-й. Ты, Абдай. Его убили. Убили его. Кого убили? Сыпыла. Мы его, Сыпыла, убили. Кто мог это сделать? Лучшего твоего слугу убили. Примешь гостя? Приму. Проходи. Я пришел с тобой мириться. Забудем старое. Ты теперь стал большим человеком, и у нас нет причины враждовать. В 15 лет ты был лучшим моим помощником. Я всегда любил тебя. Забудем старое. Это ты? убил Сыпыла? Я. Он забыл, что я не прощаю обиды. Я так и знал. Забудем и это. Забудем. Ты стал большим наёном. Будем работать вместе. Нет. Ты торгуешь конями, а я фарфором. Мне нужна твоя помощь. Нужно перегнать табун. Неужели у тебя некому гнать? Перегонять стало трудно. Кругом заставы. Надо идти самой скрытой дорогой. Нет. Я не могу, я приехал жениться. Женишься потом, когда вернешься. Когда вернусь, неизвестно. Я так долго ждал. Ладно. Женись скорее и веди лошадей. Я должен спешить. Я тоже. Сколько заплатишь? Я дам тебе стоимость 100 коней. Ты стал добрее. Может, пойдешь ко мне сватом? Я пошутил. Сватом будет Жанды. Жанды наверху, возьми другого. Ты знаешь закон Жанды, мой дядя. А я тебе сказал, возьми другого. Верни его или ищи себе другого погонщика. Хорошо. Но вторым сватом у тебя буду я. Какой у тебя будет колым? 500 голов коней. Где ты их возьмешь? Ведь ты торгуешь фарфором. У тебя угоню. Нет, я серьезно. Ты забыл, что я наем? Куплю. Как мы будем договариваться о дне свадьбы? Свадьбу будем делать завтра. Какая спешка, ты знаешь, не входит в наши обычаи. После свадьбы ты должен остаться с молодой женой. Только через 3 дня можешь собираться в дорогу. Дело спешное. Откуда и куда держите путь? Наш путь длинный, как путь самого Богдагагена. Мы ищем верблюдицу с мягкой и красивой шерстью. Добрые люди нам сказали, что она пасется в ваших краях. Скажите, почтенный, не у вас ли она? Похожая верблюдица в стаде есть. Не знаю только, ее ли разыскиваете? Балбараха, мы приехали к вам просить руки вашей дочери. Примите Абдая в зятья. Да благословят боги этот священный союз. Пусть ваши могучие плечи, высокие стены послужат ему опорой и защитой. Мы ждем вашего родительского слова. Что ответить вам? Дело святое. угодные Богу. Для забавы ушей, для радости сердца уговоримся о Колыме и о дне свадьбы. Какое будет приданое у невесты? Я не богат, но могу своей дочери дать доброго коня для езды, кошму для постели, одежду для красоты. А какой бы вы хотели взять Колым, почтенный? Да простит меня Бог, что нарушаю его заветы. Но мне не нужен Колым. Свадьбу надо назначить на завтра. Если вы не готовы, мы поможем всем улусам. Я не сундук отдаю. Я отдаю замуж свою единственную дочь. Ты хочешь, чтобы я сделал свадьбу с одними женщинами? Гамза, так как мы сваты, то должны быть снисходительны. Человек женится один раз, это воля Бога. Нельзя омрачать ему эту радость. И приехал он к нам издалека. Ты что, хочешь, чтобы я отпустил людей от табуна? Я не могу оставить коней без охраны. Почтенный Гамза, все табуны в округе охраняют только от тебя. Когда мы спустим лошадей к водопою, ты отпустишь батраков? Хорошо. Завтра будет 5 человек. Мало. «15». Хорошо. Но табун гнать завтра. Когда поили лошадей? 2 дня назад. Езжай, пригони табун к водопою и отпусти людей. Солнце уходит далеко, однако. Ух ты, дети! Эй, вы там, быстрее режьте и в котел. За невестой ехать надо, однако. Что ж, пора ехать. Уже полдень. Вот тебе мои провожатые. Абдай, пора. Только ты не забудь, когда войдешь в дом невесты, подойди к башкам, поднеси им белую еду и попроси у Бога белого коня. Чего ты ждешь? Почему не гонишь лошадей? Кроме Абдая никто не знает дороги. Но у него свадьба, сам видишь. Абдай. Ты знаешь, кто этот человек? Он красный найон. Он из отряда, который идет сюда. Вот. Он сменил свою потную гимнастерку на халат Чултума из моего улуса. Чултум надел ее, как на праздник. Дурак. Вот тебе мои люди. Бери Абдаю сразу. Кто такой? Ты что, пьян, сват? Ты из отряда красных. Гулван Айон знает, чей на тебе халат. Этот святой отец сделал свое черное дело. Взять его! Не торопись! Я спас тебя. Я узнал косого Торбу, но не предал вас. Если бы я был красный, я бы привел сюда отряд, и они бы передавили вас всех, как баранов. Я ехал сюда жениться. Мне предложили быть проводником за большие деньги. Я согласился, потому что мой путь лежал рядом с их дорогой. А твои дураки спустили табун в пропасть, и красные прогнали меня. Вы обокрали меня. Лишили такого крупного заработка. И я был вынужден просить халат, чтобы не таскаться в их потной одежде. Если ты мне не веришь, дело твое. Не я, а ты предложил мне гнать коней. До твоих коней мне нет никакого дела. Если тебе нужно, гони их сам. А я буду делать то, зачем приехал? Не горячись, ведь у нас с тобой уговор. Уговор был, но я не прощаю обиды, ты знаешь. Этот святой отец оскорбил меня. Он должен за это заплатить. Стоимость 100 коней и деньги сейчас. Только тогда я погоню табун. Стоять! Другого выхода нет. Будем следить за Абдай. Это меня не интересует. Мне нужны кони. Меня даже не интересует, что ты своим Медыгмы для него не пожалел. Стоять! Стоять! Ладно, погоним скот сегодня. Брачной ночи не будет у них. Мое ружье заложено, пуля. Ну что ж, если по велению Богдо Абдай достиг конца своей жизни, желаю удачи! Гамза все время следит за нами. Тише. Я вижу. Следи, чтобы наши люди не набивались. Скоро погоним табун. Абдайхин, старики просят тебя в свой круг. Старики простят. Гамза просит торопиться. Нельзя нарушать обычаи. Надо уважать стариков. Подымайся. Идем за мной. Дай жениху. Смотри, Абдай, кто это идет? Балбар! Скачи к Жанды. Гоните табун в долину к Белому озеру. Я в ловушке. Видишь, Гамза, не так уж я беден. Добрые люди дали еще коней, приданое моей дочери. Пора. Едем. Пора. Ерошка! Да простят меня желанные гости. Я тороплюсь. За хозяина я оставляю тебя. Гуляйте, веселитесь. Все должно быть так, как велит закон наших предков. Ты уезжаешь? Но ты мне должен коня. Ты обещал. Где он? Ты пьян, успокойся. Ты получишь коня. Скоро я вернусь. Врешь. Ты не вернешься. Я все знаю. Ты покидаешь землю наших отцов. Ты договорился с Гулвой. Я все слышал. Ты уезжаешь навсегда. Дай ему коня. Хорошо. Дам. Я скоро вернусь, Медыгма. Надо взять Медыгму с собой. Трудное время. Кругом враги. Улу смогут захватить красные. И ты долго не увидишь свою молодую жену. Смотри, табун еще здесь. Не успели угнать в долину. Зачем вы здесь? Ты беспечен. Мы вместе с вами погоним табун. Не доверяете? Если завтра на рассвете кони не будут на месте, меня повесят. Голова помешал нам угнать табун в долину. Я наверх послал Балбара и Бато. Они не дадут поднять лошадей в гору. Ну что вы, пошевеливайтесь, гоните табун вверх, оттуда с Богом. Абдай! Веди лошадей, езжай во главе табуна, за мной! Поехали, все поехали! Скачи к Жанды, будь рядом с ним. Кто стрелял? Что стоите? Стреляйте! Это красные. Они обошли нас. Нужно спасать табун. Как? Они всех нас перестреляют. Нечего прятаться за деревьями. Нужно прорваться вперед. Мы прорвемся. Куда прорвемся? Красным? Ты знаешь, сколько их там? Ты хочешь отдать им табун? Откуда они появились здесь? Кто им показал дорогу? Почем я знаю? Нужно спасать табун. Погоним его вниз до долины, оттуда лесом горы. Там граница. Там нет дороги границы. Ты все знаешь, святой отец. Может, ты нарочно хочешь пустить табун прямо красным, а не граница? Там внизу дороги нет. Надо пробиваться вверх, в горы. Ты слышишь, Гамза? Твой хозяин хочет угнать весь табун прямо красным. Я знаю давно, он им продался. Зачем ты ездил к красному наёну, чтобы спросить про мой халат? Зачем ты остановил табун у водопоя? Кто тебя звал сюда? Это ты со своими людьми на своем хвосте привел сюда красных. Гамза, он продался, предал тебя! Что ты сделал? Что ты сделал? Он всегда был твоим врагом. Он всю жизнь обманывал тебя. Всем слушать меня. 10 человек со мной, остальным прикрывать наш отход. Погоним лошадей вниз. Жанды, веди табун. Бато, целься лучше. Еще немного надо продержаться. Табун уже пошел. Слушай, МД, смотри, чтобы люди Гулвы не стреляли нам в спину. Чулда! Табун! Кони уйдут красным! Заворачивай! Заворачивай, табун! Вы меня продали! Продали! коней красным! Не дам! Не дам! Не дам! Правее! Хотите убрать моих коней? Нет, я их спущу в пропасть. Пусть все погибнут, но вам я их не отдам! Не отдам! Держитесь правее! Не подходите к обрыву! Своих коней я вам не дам! Балбараха, прости нас. И ты прости нас, Палан. Вы оба сложили свои головы в открытом бою. Это был бой за то, чтобы вы, чтобы все мы, ваши братья и сестры, могли быть свободными. Чтобы наш народ был счастливым. Всю свою жизнь вы прожили в седле. Всю жизнь рубили нужду, как дерево, но упали сами, так и не увидев новой жизни. Прощай, отец. Прощай, Палан. Я должен догонять свой отряд. Медыгма, я скоро вернусь.